Управляющий фитнес-клубом Денис Куликов теперь один в поле воин. Все сотрудники спортивного центра разом ушли в отпуск. А Денис водит экскурсии по залам для проверяющей комиссии Департамента физической культуры и спорта города. Ее представители регулярно ведут мониторинг деятельности фитнес-клубов и проверяют, как соблюдаются новые меры по обеспечению безопасности от коронавирусной инфекции. Денис говорит, понимает важность контроля. Мы соблюдаем постановление нашего губернатора. 80% нашей компании – люди привитые, у всех есть сертификаты. В Самаре более 85 спортивных центров. Решение их закрыть областные власти приняли из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Соблюдение ограничительных требований на ежедневном контроле специалистов Департамента физической культуры и спорта Самары. В случае, если будет выявлен нарушитель, в отношении организации составят акт, который потом передадут в городское управление гражданской защиты. Затем материалы отправятся в суд, где юридическому лицу назначат штраф от 100 до 300 тысяч рублей. А работу самих учреждений могут приостановить на срок до 90 суток. Были выявлены нарушения, но, к счастью, было небольшое количество. Все крупные фитнес-центры были закрыты, были маленькие клубы. И повторная проверка эти нарушения уже не выявила. То есть повторно они были все закрыты. Фитнес-клубы должны быть закрыты для посещения до 7 ноября. Поэтому всю неделю будут проводиться проверки соблюдения этих требований. Мария Левина, Никита Колосов, Василий Колдашов. События.